эксцентриссимо. Вы почему-то не знаете, какой удобный сервис существует для семей с детьми. Очень нужный. Профессионалов в нем очень мало. А самим не справиться. Кто же может упаковать вещи ребенка перед отправкой в лагерь или к бабушке, если не специалист? $1000 платите и проблем не знаете. Так решила консультант из Нью-Йорка Барбара Рейх и открыла свой бизнес. Если пару лет назад у нее был только один заказ на сборы маленького миллиардера на отдых, то теперь уже десятки. Некоторые клиенты даже просят, чтобы она воспроизвела комнату ребенка и чтобы он чувствовал себя в лагере как дома. Не забудет она положить в чемоданы мыло из Прованса и все 3 новеньких айфона, которые в лагере обязательно понадобятся. Едут эти ребятишки, конечно, не по полям бегать и песни хором распевать. Самый популярный лагерь у богатых – Stage Door Manor. Там подростки учатся актерскому мастерству, чтобы через несколько лет оказаться на афишах голливудских фильмов. Именно там заучивали первые роли Натали Портман и Роберт Дауни-младший. Мало какие родители пожалеют $6000 за 3-недельный курс, чтобы дети обеспечили им безбедную старость. Эксцентриссимо.